Куда идти? Подожди, принц. Где принц? Принц! Где ты? Это действительно дорога к твоему замку? Ну, я сбегаю на разведку. На разведку? Постой, знаешь, что мы выяснили? Твоя мачеха моя жена, понимаешь? Королева. Она была красавицей, в которую все влюблялись. И я влюбился, как все. Я был без ума от нее и не мог поверить, когда она сказала, что выйдет за меня замуж. Да, я знал, что она спала с другими. Она этого даже не скрывала. Тебе это не нравится? Она твоя мать, и ты всегда хотела, чтобы она была лучше всех на свете. Но она бросила нас, и, возможно, без сожалений. А я в это не верю. Проклятие, мы заблудились. Мы уже часами ходим здесь кругами. Да, заткнись. Я не покойник. Вам нужна помощь? Мне тоже. Помогай себе сам. Да, с каких это пор ты решил нам помогать? Сами вы их никогда не найдете. А вдруг мы найдем? Откуда ты знаешь? Если мы их не найдем, это станет позором для нас. Мы тролли, один храбрее другого. Я могу их найти, но в одиночку мне их не поймать. А что ты предлагаешь? Сотрудничество. Я один во всем виноват. Я их слышу. Они на самой границе королевских владений. Я не помню тот вечер, когда она ушла, но помню следующее утро. Ты хотел накормить меня и не знал, где что лежит. Я позвонил твоей бабушке и попросил ее присмотреть за тобой. Я должен был идти на работу. Она все повторяла: смотри, как она играет, все будет хорошо. У тебя было 3 плюшевых медведя. Как-то раз ты взяла одного из них и поставила в угол. Ты сказала ему: теперь ты будешь стоять один. Я думала, она вернется, ведь она бросила всю свою одежду. А больше всего на свете она любила свои платья. Я часто входила в ее спальню и проверяла, все ли они на месте. Но потом ты вдруг сказал, что нужно избавиться от них. Я помню, как я складывала ее одежду и все надеялась найти послание для меня, где написано, что она любит меня, и объяснение ее загадочного исчезновения. Меня до сих пор так и тянет выйти и сказать: моя мать бросила меня, когда мне было 7 лет. Как будто это поможет найти разгадку. Я скучаю по ней. И ненавижу ее. Но мне ее не хватает. Мне кажется,
Будто я попала в катастрофу, и никто не пришел на помощь, не спас меня. Я всегда так хотела, чтобы моя жизнь превратилась в добрую сказку. Ну вот так оно и случилось. Папа! Нашего отца. Подождите, что еще? Мы прикончим ее после того, как королева ее допросит. Сэр, проснитесь. Завтрак. Вы не в себе, сэр? В чем дело? Сэр, как мое имя? Я знаю вас с момента вашего появления на свет, а вы даже не представляете, кто я такой. Я... Я простая собака, да? Я всего лишь маленький песик. Я хочу домой. Я хочу бегать на четырех лапах. Пожалуйста, помогите мне. Я несчастный пес, и мне здесь очень плохо. Магия. Я так и знал. Нужно срочно сообщить. Вставай. Одевайся. Пора показать, на что мы способны. Братья Джип! За братья Джип! Папа, проснись. Что? Охотник спит. Можно попытаться сбежать. Мы закованы цепью, у нас связаны ноги. Упадем с телеги. Нас никто не увидит. Давай. Но мы же беспомощны. И потом, как быть с принцем? Беги. Спасайся, хозяин. Послушай, не время размышлять. Приготовились? Один, два, три. Ну ладно. А что во второй части твоего плана спасения? С сегодняшнего дня больше никому не дозволяется покидать замок, кроме как по моему личному распоряжению. На все вопросы отвечайте, что принц вернулся и находится в добром здравии. Если я услышу хоть одну сплетню, хоть один подозрительный намек, я на ваших глазах уничтожу ваших детей. Сегодня я посылаю гонцов ко всем королям, императорам и сановникам всех девяти королевств с приглашением на коронацию принца Вендала. Торжественный бал пройдет, как и было запланировано, но с одним исключением. Мы убьем всех наших гостей. Не понимаю, что это за спасение, если мы направляемся прямо в замок? Смотри! Здесь короткий путь. Постой.
А почему одна дорога занимает 39 миль, а другая всего 13? Может, та более живописная? Пошли. Нет, дело не в этом. Одна длиннее, потому что безопаснее. Смотри, там деревья, лужайки. А здесь что? Ты только посмотри. Ты уверена, что мы поступили правильно? Просто эта дорога не для карет. Смертоносное болото. Кошмар! Здесь сплошная трясина. Мне кажется, я слышу песню группы Procol Harum. Тебе послышалось. Да нет, это их самый известный хит. Послушай. Да просто воет какой-то зверь. При чем тут зверь? Уйди с яркого маскарада, обернись вокруг себя. Да, какие раньше писали песни. Еще не поздно вернуться назад. Нет-нет, пойдем. Дослушаем диск до конца. Там отличные песни. Слышишь? Что это за огни? Для светлячков они слишком большие. Кто вы? А вы кто? Все считают, что смогут пройти болото, а в итоге попадают к болотной ведьме. К болотной ведьме? Вы должны соблюдать три главных правила. Не пить воды, не есть волшебных грибов и ни в коем случае не спать. Пап, нужно идти. Смотрите, они скованы цепью. Едва ли им это поможет. Хотите, мы вас разлучим? Да. Размечтались. Хорошо. Нет. Да, это сделаю я. Сейчас моя очередь. Что вы затеваете? Так, конечно, лучше. Теперь... Папа? Теперь мы... Вирджиния? Папа? Мы же не просили нас разлучать в буквальном смысле. Вирджиния? Не то я брошу тебя в свой котел. Болотные ведьмы. Кто посмел вторгнуться во владение болотной ведьмы? Пожалуйста, не сердись. Просто я... Желудь? Здравствуй. Привет. Давно не виделись. Да. Все ищете свое зеркало? Нет, то зеркало разбилось, теперь мы ищем другое. Ты случайно не видел поблизости моего отца? Он мог пройти мимо, напевая песню. Нет. Заходи, я сварил суп. Спасибо. Спасибо. А я подумала, что встретила ведьму. Нет, она давно умерла. Здесь отличное место, чтобы лечь на дно. Никто не тревожит. Да. А кто была эта ведьма? Кто она была? Я думал, это все знают. Не все. Слышала про Белоснежку? Да такое что. Что? Болотная ведьма — это злобная мачеха, которая хотела убить ее. Она жила здесь после того, как ее заставили танцевать в раскаленных башмачках. Она вынашивала планы мести, но была слишком немощна. Но она нашла того, кто смог отомстить за нее. И кто же это? Болотная ведьма похоронена здесь, в подвале. Можешь спуститься и сама спросить у нее.
Возможно, то, что ты ищешь, находится внизу. На что ты намекаешь? Это сказал просто так. Лично я не спущусь в этот склеп даже ради всего золота 9 королевств. Здесь была моя мать, я чувствую. Стойте! Ты заблудилась, дитя мое? Заблудилась? Давай я покажу тебе дорогу. Иди ко мне. Иди за мной, и ты забудешь свою боль. Забудешь навсегда. Смотри, я умираю. Но мое дело не закончено. Род Белоснежки уцелел. Ты завершишь мою работу. И я наделю тебя всей своей силой. Яда королева нанесет удар, но ядом можно одолеть и ее. Ты найдешь оружие в гробнице. Не надо колебаться. Действуй. Тожество, она убьет тебя. Никто не будет яичницу. Здесь есть все, что нужно. 300 ярдов прямо, куча помоев налево, и ты выбралась. 10-15 минут. Хорошо, но мне надо найти отца. Скорее всего, он спит на грибном острове. Туда все попадают, ты его не пройдешь. Ладно, спасибо. Даже если захочешь. Что за удовольствие есть омлет без ничего? Приправь его парочкой грибков. Нет, ребята, вас я есть не буду. Да мы и не предлагаем. Но взгляни на эстрагон, который растет за тобой. Пахнет как настоящий. Конечно, настоящий. Это же основной ингредиент омлета с грибами. Нет, вам не удастся меня поймать. Омлет с грибами, стаканчик болотной воды и немного поспать. Хватит, замолчите. Ну хотя бы попей, а то у тебя губы пересохли. Болотную воду я пить не стану. Да, это не самая прозрачная вода. Но она тебя так взбодрит, что ты взбежишь до неба по гигантским бобам. Понимаешь?
папа! Привет! Привет! Я думала, уже никогда тебя не увижу. Хочешь омлета? Ты что, пил болотную воду? Конечно, нет. Пойдем, а то у меня глаза слипаются. У меня тоже. Посидим 5 минут на этом островке и пойдем. Ладно, только нельзя засыпать. Конечно. Пахнет вкусно. Какая вкуснятина. И грибы к нам не приставали. Папа, что ты делаешь? Что? От кого это я слышу? А что? Ты сама выпила 3 чашки. 3? Я выпила 3? Да, 3 чашки. Ладно. Знаешь, я, пожалуй, ненадолго прилягу, а ты постарайся не заснуть, хорошо? Это был всего лишь сон. Расскажи сказку. Хорошо. Давным-давно на краю леса жила красивая маленькая девочка. Мама говорила ей, чтобы она никогда не ходила одна в лес. И ты знаешь, что произошло? Нет. Знаешь? Она все-таки пошла в лес, встретила там чудовище и умерла. После этого все забыли о ней и жили долго и счастливо. Вирджиния, где ты? Да, король Тони. Папа, это я. Послушай, я ушла по делам, но оставила тебе пирожки. Брось их в микроволновку. Надеюсь, ты справишься. Не смей бегать от меня, как это делала твоя мать. Стой. Ты же моя принцесса, я скучаю по тебе. И потом, у меня 7-летний сын. Ты должна заботиться о нем. Я рада, что у тебя наконец есть сын. Может, теперь ты будешь счастлив? Проснись, а то будет поздно. Что происходит? Включите свет. Я же не могу сидеть в темноте. Включите свет. Вирджиния, просыпайся. Тони, Тони, просыпайся, Тони. Все лампочки перегорели. Я больше никогда не буду есть яблоки. Я чуть не умер. Волк? Как ты нас нашел? Вирджиния, я так долго искал тебя. О,
Слава Богу. А где ты был? После того, как ушел из города поцелуев. Города поцелуев? Я бродил, размышлял. Но недавно я взял твой след. Но как? Мы же прошли сквозь гору. Вирджиния, я бы последовал за тобой даже сквозь само время. Ты изменился. Мы оба изменились. Я не хотела тебя прогонять. Просто все произошло так быстро, и я... Ты очень мне нравишься. Правда, очень. И я вовсе не хотела обидеть тебя. Наверное, я люблю тебя. Как давно я ждала тебя. Все эти долгие, тоскливые дни заточения. Летом я видела солнечный луч на стене темницы. Я так скучала по лету. Но каждый раз, когда приходило солнце, я знала, что потерян еще один год моей жизни. Когда все закончится, я посажу тебя в крошечный ящик, где ты свернешься калачиком и околеешь от отчаяния. Где ты его поймал? В 15 милях отсюда. Так близко? А где остальные? Мы их убили. Лжец! Идиот! Мы слишком бестолковы, Ваше Величество! Но мы поймали собаку. Да. Идиоты, собака мне не страшна. Девчонка. Вот истинная угроза. Давайте. Сюда. Сюда, сюда. Конец путешествия. Замок Вендала. Там зеркало. И возможность попасть домой. Давайте немного отдохнем. Я принесу воды. Не сходите за дровами? Я пойду. Я с тобой. Вирджиния. Я хочу попросить тебя об одном одолжении. Мне кажется, я это заслужил, ведь я много раз спасал тебя. Я тебе отвечаю, что согласна. Как хорошо. Как я тебя люблю. Я тебя тоже. Отлично. Ты прячешься в лесу, а я закрываю глаза. Что? Я поворачиваюсь к дереву, закрываю глаза и считаю до 100. Ты серьезно? Да. Я не буду жульничать, обещаю. А при чем здесь это? Хорошо, хорошо. Может, я буду считать быстро, но все будет честно. Да я не хочу играть с тобой в прятки. Ну давай, давай, беги. 1, 2, 3. Нет. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 72, 73, 74, 98, 99, 100. Иду искать.
Куда вы пропали? И где дрова? Какие? Для костра. Мы не нашли. В огромном лесу не нашли хворост? Привет, Тони. Ты тоже ничего не принес? Да. Спасибо. Коронация приходится лишь раз на 2785-е мышиное поколение. Сомневаюсь, что коронация состоится. Я видел, как принц Вендел лежал под кроватью. Он был похож на сумасшедшего. Не может быть. Наверное, он просто нервничает, не зная, какой выбрать сыр. Говорят, что на бал приедет сама Золушка. Нет, ведь ей уже 200 лет. Я слышала, она нигде не появляется, чтобы не испортить память о своей красоте. Да, надо же, какие дела. Смотрите, мышеловка, берегитесь. Это старый капустный король. Выглядит неплохо. Подарки. Они едут во дворец Вендела на коронацию. Пойдемте. Постой. А почему нам не пойти по дороге? Насколько я понимаю, замком принца Вендела управляет королева стража. Это ее глаза. Здесь никому нельзя доверять. Волк. Что? Ты должен кое-что узнать. Королева? Да. Моя мать. Я знал об этом. С первого момента, как я почуял тебя. Ну что? Что будем делать? Подождем до темноты и проникнем в замок. А что делать весь день? Спать. Мы ведь очень устали. Верно? Конечно. Я что-то неправильно понял, наверное. Добро пожаловать к принцу Венделу, ваше величество. Ну что? Охрана их не видела. Что предпринять, если они вдруг появятся? Они появятся среди гостей, когда решат, что им ничего не грозит. Подай сигнал, пусть начинают бал. Слушаюсь, миледи. Смотрите. Смотрите. Картина многообещающая. О чем ты? Если здесь поднырнуть, мы всплывем где-нибудь в замке. Но где? Я знал, что у тебя нет четкого плана. За мной. Подожди. Волк. Я не стану нырять в надежде на то, что всплыву где-то в замке. Кажется, он нашел, где можно всплыть. А вдруг он просто утонул? Вирджиния, не вздумай. Нет, Вирджиния. Вирджиния, подожди. Молодчина, вылезай. Я уж думал, что утону. Давай, я помогу.
где папа? Я не знаю. Давай же, папа. Там очень узкий проход. Главное, не останавливаться. Ну, давай, Тони. Придется нырнуть. Нет. Давай, Тони. Папа! Отлично. Ты справился. Ты в порядке? Вот так. Молодец. Я чуть не захлебнулся. Не преувеличивай. Нам сюда. Послушайте, нам нужны полотенца. Полотенца? Нам нужно оружие. Тише. Двери. Пошли. Одна дверь безопасна, за второй вас ждет ужасная смерть. Черт. Я это учил в школе, но сейчас уже не помню. Вы можете задать мне один вопрос. Хорошо. Валяйте. Только я всегда вру. Так, если спросить его, какая дверь безопасная? Тогда он соврет и покажет на другую. Или наоборот. Не знаю. Время вышло, детки. У меня есть вопрос. Зачем здесь поставили дверь, за которой нас ждет смерть? Убери руки. Чего вы хотите этим добиться? Что ты делаешь? И почему ты лжешь? Хочешь порадоваться чужой беде? Не трогай меня. Меня могут трогать только подружки. Похоже, нам нужна другая дверь. А где же принц? Он ни разу не появлялся с момента вторжения троллей. Это так неучтиво, опаздывать на собственную коронацию. Да, и мне башмачки так ужасно жмут. А, старина капустный король. Я должен познакомить вас с моим портным. Ваше королевское величество, принцессы и лорды, леди и джентльмены. Позвольте представить вам воплощение совершенства, королеву танцев, хрустальный башмачок, полночное безумие, королева Золушка. Я не верю, что ей 200 лет. Наверное, она только что сделала себе пластическую операцию. А где Вендел? Тише. Здесь королевские покои. Королева спит рядом с собачьим самозванцем. Дедуктивный метод подсказывает мне, что в следующей комнате мы найдем принца. Туда. Кажется, я ошибся. Помогите закрыть. Так, давайте проверим эту дверь. Наверное, это комната для гостей. Нет, это ее комната. А это что? Что это? Смотрите, зеркала. Не то. Вот, я нашел. Это оно, зеркало путешествий. Подождите. Манхэттен, можно возвращаться домой. Вирджиния, давай вернемся, пока есть возможность. Не могу. Как это? Пожалуйста, Волк, уговори ее вернуться. Пошли. Сначала я должна увидеть ее. Зачем? Она не твоя мать. Она не та Кристина, которую мы знали.
Пойми, сама судьба привела нас сюда. Зеркало тут ни при чем. Это был лишь способ устроить нам встречу. Пошли, пока еще можно вернуться. Я должна ее увидеть. Твое последнее желание исполнено. Я все правильно сделал, Ваше Величество? Превосходно. Что? Я решил, что будет лучше задержать их здесь, чтобы они не помешали вашим планам. Зачем ты это сделал? Все очень просто, Вирджиния. Я слуга королевы. Кристина, что ты здесь делаешь? Ты нас не узнаешь? Я вижу вас первый раз в жизни. Ничего подобного. Я Вирджиния, твоя дочь. Кристина, не смотри на меня так. Да не смотри же сквозь меня, я Тони. Я сказала, я вас не знаю. Мама, в Нью-Йорке мы когда-то жили вместе. Это магия, чтобы сбить меня с толку. Миледи. Оставь меня наедине с этой девчонкой. А его отведи в темницу и приведи ко мне Венделла. Волк. Ты можешь идти на кухню. Мои зеркала давно уже сообщили мне о твоем присутствии. Но мне ни разу не удавалось увидеть тебя. Интересно, почему? Похоже, ты не колдунья. Может, тебе кто-то помогал? Дух какой-нибудь мертвой добродетели заслонял тебя облаком? Я твоя дочь. У меня нет дочери. Почему ты меня бросила? Я не хотела твоего рождения. Неужели не ясно? И ты об этом не догадывалась? В глубине души. Ты была гадким утенком. Печально, что ты бог знает что возомнила о себе. Ты решила, что способна на великие дела. Но твои первые ощущения тебя не обманывали. Ты ничтожество. Жалкая дурнушка. Пойдем. Сравним друг друга в зеркале. В моем зеркале. Зеркала не лгут. Ты думаешь, что ты красивее меня? Посмотри. Спросим у зеркала. Ну-ка, зеркало. Скажи, что ты со мной делаешь? Кто прекрасней всех на свете? Что ты делаешь? Ты меня удивляешь. Зачем ты сюда явилась? Чтобы найти тебя, поговорить, помочь тебе понять. Чтобы убить меня? Нет, разумеется, нет. Но я первый убью тебя сейчас. Прямо здесь. Не подходи, или я... Что? Это ищешь? Мне все известно, все твои жалкие планы. Ты думаешь, Белоснежка тебе поможет? Она умерла. Она мертва. Поэтому она послала тебя убить меня с помощью старой магии. Заколка отравлена? Нет. Ах ты, маленькая лгунья. Если бы ты этим оцарапала меня,
я бы мгновенно умерла. Хотя заколок очень красивый. Неужели ты никогда не любила меня? Нет. 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 Это не я. Миледи, у нас небольшая проблема на кухне. Уведи эту девчонку и запри ее. Я потом с ней закончу. Когда потом? И что ты собираешься сделать с остальными? То же, что ты хотела сделать со мной. Вирджиния. Папа. Ну как ты? Извини. Что с ней? Она сумасшедшая. Она просто больна. Перед тем, как она ушла от нас, ее состояние становилось все хуже и хуже. Я никогда не рассказывал о том, что случилось в тот вечер, когда она ушла из дома. Ты ничего не помнишь, и я не стал тебе рассказывать. А что случилось? Она пыталась тебя утопить. Этого не может быть. Не верю. Это неправда. Если бы я вернулся на пару минут позже, тебя бы не было. Не показывай язык, не лай. И прекрати бормотать. Я пытаюсь выучить свою речь. У тебя все прекрасно получится. И любая сучка в этом городе будет твоей. Это ты. Им нельзя встречаться. Это же я. Гости начинают роптать, миледи. Уведи его в потайную комнату. Мне нужно довести дело до конца. Королевство станет нашим. Тебя будут испытывать. Остерегайся Золушки. Для тебя она опаснее всех. Не двигаться. Вот так. Все в точности выполнено. По вашему распоряжению, Ваше Величество, мы сварили самый страшный яд на свете. Какой дивный запах.
Ты еще не пробовал его? Нет, Ваше Величество. Тогда откуда ты знаешь, что это самый страшный яд? Да, откуда? Ну? Пробуй. Мышеловки, смертельный яд, плавленый сыр. Прощайте старые добрые времена. Мой коварный волчонок. Ты заставил меня понервничать. Вы освободили меня, я обещал вам служить. Волки всегда держат слово. Сегодня вечером, когда я стану правительницей 9 королевств, я издам указ о назначении волков моей тайной полицией. И ты будешь их шефом. Черт возьми, я главный волк. Прошу тишины. Встречайте будущего короля 4-го королевства. Я представляю вам звезду этого часа, героя дня, королевскую особу года, самого лучшего наследника, принца Вендала Уинстона Уолтера Белоснежного. Вендал? Ходят слухи, что на тебя обрушились ужасные беды. Это правда? Нет, я был в длительной прогулке по королевству. Вот и все. Черт, главный волк. Я знаю, какие волчьи законы установить в деревне. Крестьяне не знают, что их ждет. Простите. Убийственный напиток. От этих пастушек столько беспорядка. Это для Золушки. Посмотри, когда я увидел эту надпись, то не поверил своим глазам. Грим? Тот самый Грим? Представляешь, сказки не выдумка, все происходило на самом деле. Он был здесь 200 лет назад. Да. Сказки братьев Гримм, помнишь? Я читал их тебе, когда ты была маленькой. Там была сказка про ослика, который любил чертополох. Нет, это из Винни-Пуха. Ну да. А что здесь написано? Не знаю, я пытался прочитать, но это по-немецки. Я знаю немецкий. И я тоже, я знаю, как по-немецки сыр. Наш пра-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 пра дедушка научился немецкому языку у самого Вильгельма Гримма. Какая прелесть. Мышь, говорящая по-немецки. А что здесь написано? Вот здесь. Вы должны повернуть ручку. Нет, не ручку, а рычаг. Ручка будет к линьке. Чтобы отсюда выбраться, нужно повернуть рычаг. Что? Выбраться? Рычаг? Рычаг? Здесь нет никаких рычагов. Кольца, вращаем кольца. Там есть еще одно, проверь его. Скорее бежим. Может, еще осталось время? Верно. Теперь только вы можете спасти 9 королевств. Желаю вам удачи, она вам пригодится. Спасибо. Пока принц был несовершеннолетним, государство находилось под нашим управлением. Но прежде чем он станет королем, он должен доказать всем, что действительно научился быть храбрым, мудрым и скромным. Пусть начнется первое испытание. Уэндл!
Я Листопад, королева эльфов. Сегодня на твои юные плечи лежит величайшая ответственность. И меня интересует, достаточно ли ты храбр, чтобы встать в наши ряды? Нам предстоит проверить его храбрость. Расскажи нам историю. Король троллей вторгся в наше королевство. Я вызвал его на поединок, обозвав остолопом. Хотя он был свирепым великаном. Он выхватил меч и начался бой. И тут я встал на четвереньки и зарычал. А когда он бросился на меня, я его укусил. И затем я вцепился в него зубами и разорвал ему горло. Браво! Великолепно! Какая звериная храбрость! Браво! Он справился с первым испытанием. Вендел — храбрый король! Возьми оружие. Какое оружие? Ведь я не умею сражаться. Бери оружие, папа. Наступает второе испытание. Королева Красная Шапочка Третья, правительница Второго Королевства. Какая мудрость открылась тебе во время последнего путешествия? Ну, это довольно замысловато. Я обегал все дорожки, обнюхал каждый куст, вырыл в земле ямку и нашел кости. Кости? Да, я нашел огромную гору, сотню вкусных, сочных костей. Но я взял только одну, а остальные 99 спрятал. Очень глубокомысленно. Изобретательно. Надо наращивать военные резервы на случай войны. Как это мудро. Он справился и со вторым испытанием. Мудрый Вендел. Мудрый Вендел. Куда дальше? Сюда. Нет, нам нужно туда. Ты меня спрашиваешь, чтобы потом сделать наоборот. Знаешь, иногда меня интересует. Приближается полночь. По древней традиции, я прошу дам приготовиться к вальсу Золушки. Что? Вы считаете, что я старая? Пустите. Бокал в честь короля. Синяя борода. Ваш бокал. Старый капустный король. Ты странно себя ведешь. Тебя что-то беспокоит? Вам разве не нужно в полночь домой? Моя спина! Помоги! Мне как-никак 200 лет. Разогни меня. Простите. Что это? Король произнесет тост. Возьмите бокалы. Король будет произносить тост.
отсюда. Наверное, это выход в зал. Дверь что-то держит изнутри. У нас мало времени, толкай. Проклятие эльфов! Это они? Взять их живьем! Черт! Это их не остановит. Бежим, скорее! Заперта. Подожди, дай я. Это долго. Продолжай, а я с ними сражусь. Они тебя убьют. За меня не беспокойся, спасай остальных. Руби ее и меня не жди. Я их задержу. Если больше никто не сомневается в его праве... Подождите. Я спрошу его. Гав. Вы? Действительно ли ты принц Вендел Белоснежный? Внук Белоснежки, человек, который должен стать королем. Я... Вперед, непобедимые тролли! Нет. Нет. Я самозванец. Я не принц. Я обыкновенный. Я никогда не стану великим, как Белоснежка. Кому-то суждено родиться великим. А я обычная собака. Я не лидер. Я ретривер. И мне не нравится моя работа. Я отказываюсь от нее. Я ее недостоин. Больно. Он справился и с третьим испытанием, показав чудеса скромности. Браво! Он выдержал все три испытания. Теперь коронуем его. Вирджиния! Король Вендел! Король Вендел, живи долго и счастливо! Встань, король Вендел! Смотри и молчи!
Пришло время произнести тост, Ваше Величество. Королевский тост. За вечный мир и все кости, которые мы сможем разгрызть. За вечный мир и все кости, которые мы сможем разгрызть. Кажется, я отлично справился. Есть кто живой? Нет. Ты оказалась настырной. Ты убьешь меня? Нет, я тебя отпущу. Хоть и не знаю почему. Знаешь? Уходи. Оставь меня. Оставь, пока у тебя есть шанс. Нет. Ты результат недоразумения. Надо было умертвить тебя. Да как ты смеешь? Как ты смеешь так говорить со мной? Убей ее. Убей, или я сама это сделаю. Нет. Остановись, мама. Ты оцарапала меня до крови. Прости. Нет. Нет, пожалуйста, не умирай. Не умирай! Вспомни, кто ты! Поздно. Не плачь. Не надо. Моя маленькая девочка. Моя доченька. Наконец-то моя душа свободна. Подожди, не уходи. Нет, нет. Нет, мама. О, Боже. Что здесь произошло? Кажется, я выпил слишком много шампанского. Что случилось? Что происходит? Почему они не умерли?
отравил. Нет, нет. Это волшебная пыль троллей. Я подсыпал ее вместо яда, чтобы все выглядело по-настоящему. Прости, что мне пришлось тебя обмануть. Давай, Венди. Вперед! Я вернулся. Я вернулся. Я вернулся. Твоего пробуждения. Ты проспала почти два дня. Не думала, что так устану. Что же я наделала? Ты не виновата. Не надо винить себя. Потому что это моя судьба. Вирджиния. Не мучай себя. Нет. Лорды и леди, девочки и мальчики, давайте поприветствуем короля Вендела. А сейчас, за высочайшую отвагу и храбрость, проявленную перед лицом ужасной опасности, я награждаю своих друзей высшими наградами моего королевства. Прежде всего, моего временного слугу Энтони. Подданные, посмотрите на моего друга. Он уже не тот жалкий, бесхарактерный слабак. Спасибо. И не тот лысый, никчемный трус, который бежал от столкновений. Они тебя поняли. Эгоизм, зависть и алчность больше не властны над его поступками. Вендел Орден. Он самым героическим образом преобразился. Нет на свете человека храбрее Энтони Валианта. Для этой многострадальной собаки мои мастера изготовили специальный ошейник с медалью. Пес теперь будет жить в золотой конуре рядом с огромной горой костей. Наверное, мне лучше до него не дотрагиваться. Кто знает, что может произойти. Теперь очередь волка. Да. Для него... У меня нет ордена. Черт возьми, как это типично. Вместо этого я издал королевское помилование всем волкам в моем королевстве. Отныне волки считаются героями за доблесть благородного волка, спасшего 9 королевств. И вы не пожалеете, мы молодцы. Вирджиния,
Как мне отблагодарить тебя за все, что ты сделала? И за все, что ты потеряла? Этот цветок мне подарила Белоснежка, когда мне было 7 лет. В тот день, когда она навсегда покинула замок. Она сказала, что однажды я снова встречу ее, хотя она никогда не вернется. Теперь я понял смысл ее слов. Когда я была маленькой девочкой, у тебя была меховая шуба. И я помню, как ты входила в мою комнату. Я помню запах твоих духов. И как ты терла мне щеки этим мехом. И я знаю, что на самом деле ты любила меня. Я всегда хотела быть твоей маленькой девочкой. Энтони, я хочу предложить тебе работу. Спасибо, но... Выслушай меня. Я хочу, чтобы ты построил новый замок. Замок? Но я не архитектор. Нет, нет, нет. Замок аттракционов и развлечений. Я дам тебе титул, землю и сотни слуг. Все, что пожелаешь. Нет, Ваше Величество. Я не хочу производить здесь пластмассу. Вы просите, чтобы я осуществил здесь промышленную революцию. На новом посту тебя будут окружать юные красотки, трепещущие перед твоей славой национального героя. Мисс! Мисс, сюда! Бесподобно. Что желаете отведать? Тебе нужно поесть. Обязательно. Ну, хорошо, я бы съела рыбу. Рыбу, да. Рыба. Рыба. Официант, официант, немедленно принесите нам рыбу. Пожалуйста, свежую рыбу. Спасибо. Спасибо. Как дела? Отлично, правда. Все отлично. Как долго я ждала, прежде чем очутилась на пальчике твоей любимой. Это же мое обручальное кольцо. Поющее кольцо, которое не знает неудач. Это судьба. Надень его на палец. Надень. Хорошо, я его примерю. Ведь я не замужем. Это поправимо. Нашему ребенку нужен отец. Я не собираюсь заводить детей. Слишком поздно. В каком смысле? Внутри тебя растет маленький волчонок. Маленький симпатяга с шерсткой. Такой, как у меня. Только меньше. Поверь мне, я волк. И чувствую такие вещи. Правда? Я точно знаю. Нет ни малейшего сомнения у меня, что скоро у вас появится дитя. Я там был. Ты действительно хочешь остаться? Да. Возвращаться в Нью-Йорк, чтобы снова стать дворником. Потом я еще в розыске за ограбление. Останусь на несколько недель.
Только возвращайся потом. Я тебя очень люблю, папуля. Да. Ты звала меня папулей, когда была маленькой. Ты готова? Да. До встречи, дедуля. Дедуля? С тех пор мы с Волком жили долго и счастливо. Хотя наша идиллия была сразу же нарушена новым кризисом в королевствах. Но это уже другая история. А мой рассказ закончен. Когда каждый твой прожитый день наполнен любовью, жизнь становится счастливой, хоть и на короткое время. Меня зовут Вирджиния. Я живу на самой окраине леса. Вот и конец первой истории о 10-м королевстве. Благословляє Божа матір.
себе закличе, то розоїть рани, то заліче, то край світу до себе закличе. Всі на волю можете летіти.